На конкурс дети читают стихи. Исполняет Сергеева Ксения 2 А класса школы 116, город Пермь. Николай Федорович Домовитов, Пермская пушка. Подогнав понадежнее детали с берегов легендарной реки, в 41 году провожали свою пушку на фронт пермяки. Породнившись с военной судьбой, много ей довелось испытать. Бить по танкам наводкой прямую, оборону на шпрее ломать. И планета еще не забыла, как поддержку гвардейских атак наша пермская пушка громила ненавистный фашистский рейхстаг. А в конце 45-го года, отслужив срок положенный свой, как бывалый солдат из похода, эта пушка вернулась домой. А теперь из карающей стали, расплескав свой неистовый гнев, на бетонном стоит пьедестале, навсегда от боев онемев. Ствол остывший подставила росом, солнце смотрит в него с высоты. Положи к ее старым колесам в День Победы живые цветы.